Но ну, здравствуй, любимая, дорогая Вологодская область. Сегодня э, у нас очень большое событие на самом деле, потому что, как многие знают или не знают, я тоже в прошлом преподаватель макроэкономики в славной молочно-хозяйственной академии имени Николая Васильевича Верещагина. И я нашел такого же очень умного, интересного человека, который немножко сегодня опоздал. Но, как мы знаем, звонок для учителя. Да? Поэтому сегодня у нас в гостях несравненный Евгений Беловол. Давайте ему поаплодируем. Спасибо. Да, да. Ну, давайте мы... Я расскажу сейчас о распорядке определенном, который у нас будет. Сейчас мы посмотрим фильм, который мы с Евгением сняли вот за ближайший месяц, предыдущий месяц. А потом будем общаться, поэтому пишите свои комментарии, мы за ними смотрим из зала тоже задавайте вопросы. Я думаю, что Евгению есть что задать, на что он может ответить. А сейчас мы посмотрим фильм и вернемся через 12 минут. По французской стороне. На чужой планете предстоит учиться мне в университете. Всем здравствуйте! Меня зовут Белов Евгений Олегович. Я являюсь руководителем проектной деятельности в Институте математики, естественных и компьютерных наук Вологодского государственного университета. А также я работаю в школе и центре ДНК с ребятами. Да, Жень, привет. Добрый день. Мне очень приятно у вас находиться в гостях. Это это вообще взаимно. На самом деле очень много вопросов, и я думаю, что этот вот вообще у нас вот этот фильм он будет ответом на многие вопросы, которые есть. Давай вообще начнем с того, откуда твои корни, где ты такой замечательный появился и как ты вообще оказался сегодня в студии. Ну, начнем, наверное, очень так издалека и географически. А, моя родина – это город Анадырь, Чукотский автономный округ. А, так получилось, что там нету, к сожалению, университетов дети в нашей семье росли, рос я, и нужно было получать где-то образование. Ну, то есть мои родители задумались о том, а где дети будут учиться. Вот. Ну, и поскольку нам было предложено поехать в другие города России, то вот так случайным образом, на самом деле случайным, мы попали сначала в Архангельскую область, совсем недалеко отсюда, ну, а позже, спустя пару лет, сразу же перебрались в Вологду. И уже э, здесь я смог закончить и школу, и поступить в университет. Ну, это ты сейчас такой э, успешный, да, могу сказать, успешный ученый, э, преподаватель, вообще человек, который ну, представляет нашу благотскую и отечественную науку. Но я думаю, что путь был тернистый. Да, я соглашусь с вашим комментарием, потому что на самом деле этот путь, наверное, ну, было не предугадать в голове, да, что вот я буду учителем, вообще буду ученым, заниматься различными образовательными проектами на тот момент. Да? То есть я думал, ну закончу школу и вообще свяжу свою жизнь, как и порядочный мальчик этих лет, именно с IT стану программистом, потому что все тогда любили играть в игры и интересовались компьютером. Кто-то играл, как говорили ребята, в линейку, это Lineage, кто-то играл в Вовку, это был Warcraft. Ну, вот. Ну и еще были ребята, которые играли в GTA. Ну вот я любил э, игры формата симулятор, да, где можно было поиграть, поездить там на какой-то машинке, да, изучить жизнь, которую в реальности, возможно, и не получилось бы изучить. Да. То есть это вот как раз были игры GTA. Во-первых, кстати, было еще очень один сложный выбор, который сейчас на и все испытывают ребята в девятом классе идти э, учиться в 10 класс, да, mm -hmm. или пойти учиться в среднеспециальное заведение. Mm -hmm. Вот я сейчас надумал, что я, наверное, пойду учиться в среднеспециальное заведение, потому что мне очень нравились поезда. Ну, то есть на моей родине их не было, я поездил первый раз в поездах, мне так понравилось. Mm -hmm. И у нас в Вологде, и сейчас, в принципе, насколько я знаю, есть, да, колледж, Конечно, э, да, да. Да. да, и он всегда славился достаточно высокой подготовкой. Yes. Вот. И я думал, что пойду туда. Но волей судьбы, не знаю как, написал контрольные работы. Особо, честно скажу, не готовился на тот момент. Но написал неплохо. И мне сказали, вы проходите 10 класс, класс физико-математический. А мне говорили, что я вроде неплох в математике на тот момент. И я сказал, почему бы и нет. И пошел yes. вот в третьей школе, 10-11 класс, закончил именно с уклоном ну, физики-математики. Ну, я думаю, что РЖД очень много потеряла, да? Сейчас они там кусают ловки. Как ты учился вообще? То есть ты был, наверное, отличником, безусловно, да? Ну, на самом деле нет. Так как кажется, не ты, даже не с золотой медалью закончил? Нет, у меня обычный диплом, как говорится, обычный среднестатистический ученик. Так, хорошо, значит, ну, соответственно, в педуниверситете университете ты-то точно с красным дипломом закончил? Мне буквально не хватило... Две пятерки, наверное, до красного диплома. Вот, да, ну так получилось, но, как говорили на тот момент, что цвет диплома все-таки не самое главное. Вот. самое главное это те навыки вот то, то образование которое ты получаешь mm -hmm. чтобы ты был действительно специалистом а не гнался там только за отметками насчет поступ именно чтобы уехать из города найти какой-то другой университет наверное не было потому что я понимал что мы уже и так проделали определенный путь с одной стороны mm -hmm. а с другой стороны на володе на тот момент было и так много учебных заведений ну, на то школу. есть, на самом деле, вот, у нас же город, можно сказать, не такой большой, если ну, сравнивать с другими, да, центрами. И есть достаточно большое количество университетов, да, то есть, вот, у нас педагогические, технические, ну, сейчас это один большой вуз, но это те же самые так направления. Да. Вот, замечательная академия. Вот, где тоже очень много хороших специальностей есть, филиалы. И, в принципе, качество от этого оно не сильно меняется. Да? То есть все равно очень многое зависит от того, сколько ты готов вложиться в эту учебу, mm -hmm. да, в эти знания, чтобы они у тебя остались. То есть для этого не обязательно куда-то там бежать, их добывать также, но на больших расстояниях, на больших затратах, потому что переезд в другой город, я это уже понимал, это все равно затраты. Да, то есть это нужно уехать, нужно себя содержать, ну, либо просить помощи у родителей. Когда я обучался в аспирантуре по физике, по антеннам, и устройствам я занимался достаточно серьезной темой своей, это радиообнаружение объектов. Ну, то есть если вы придете в учреждение с чем-то таким секретным под одеждой, да, то есть способ это обнаружить. Вот, возможно, даже некоторые слышали об этом, публиковали в новостях вот наше устройство, которое мы разработали со своим научным руководителем, профессором, доктором технических наук Ицкевичем Владимиром Антоновичем, оно у нас э, доведено до прототипа было. Мы получили патент на полезную модель, и даже наше устройство участвовало в ряде конкурсов. Оно, ну, можно так сказать, ездило в Китай и ездило во Францию вот не так давно. И на этих выставках э, наше, наше устройство выиграло медали. То есть и там, и там, насколько я помню, золотая медаль. Одно делали, придумать что-то, да, в нашем мире. То есть вот вы, э, да, родили эту идею, провели эксперименты, а вот э, инженерная составляющая, то есть попробовать сделать это устройство, да, спроектировать его, напечатать, запрограммировать, э, чтобы оно было компактно, чтобы оно везде работало. Вот инженерная составляющая, она на самом деле очень непростая. И, наверное, вы знаете, что вообще все ученые во всем мире, да, когда придумывают от вот этой идеи до полной реализации, проходит немаленький промежуток времени. Но вообще как ты считаешь, сейчас вот уровень вот материального оснащения лабораторий, вообще, как у нас говорят, зарплата, она вообще конкурентоспособна, как ты думаешь? Сейчас и в школах, и в университете вообще вот эта система, она выстроена в виде баллов. Ну то есть если вы работаете, да, и участвуете, занимаетесь чем-то, то, соответственно, за вашу работу будет достойная плата. То есть некоторые люди, вот почему, возвращаясь к самому началу, да, почему люди иногда уезжают, да, потому что они, то есть первый такой шаблон в голове срабатывает, что если я поеду в Москву там или в Питер, да, там больше денег, я там больше получу. Зашел на сайт, там увидел, что вот у них там зарплата там, ну там, допустим, от 50 тысяч, да, а у нас там в Володе ставка меньше стоит. Но на самом деле это не так. Это базовая стоимость именно ставки. А дальше на любое предприятие, государственное учреждение, у них есть, ну, скажем так, банк, который распределяется в зависимости от твоей работы. И если ты работаешь, ты активно работаешь, то, в принципе, ты и будешь получать достойную зарплату. Вот. Ну, тут дело даже не только в зарплате. Вот, а дело в том, что ты делаешь что-то очень важное для вот своего региона. То есть ты развиваешь то пространство, которое находится возле тебя. И от этого ты получаешь еще как бы больше. Потому что пространство развивается, оно привлекает дополнительные средства. Если система развивается, значит у нее вот этот заход средств и развитие базы, как раз материально-технической, он обязательно будет. Я, конечно, сейчас сказать. Я все помню конца 90-х, начало 2000-х, я даже, честно говоря, в шоке от того, как это все красиво, эстетично выглядит. Прям еще хочется еще раз все это научиться всему. А как ты вот? Ты уже когда нас воспринимаешь, что вот такие оборудования, помещения? Ну лаборатории? вообще, да, здесь у нас постоянно пополняется оборудование, и причем мы с ребятами здесь занимаемся от самого разного возраста. И вот когда ты приходишь в эту атмосферу, прям ну, вот хочется, да, выполнять какие-то проекты, творить. Вот от простой самой робототехники, 3D-принтера тут есть у нас, умная электроника у меня за спиной находится, и до достаточно серьезных студенческих проектов. То есть здесь такая вот у нас образовательная среда с таким полным погружением. В Люб любой профессии мы сталкиваемся иногда с таким выбором. Заниматься тем, что тебе не нравится, но приносит деньги – либо э, заниматься все-таки любимым делом и, в принципе, не очень так сильно оглядываясь на материальную составляющую. Вот для тебя этот, ты как для себя решил этот выбор? Ну, вообще вопрос очень хороший, потому что каждый его задает у себя внутри, и вот сколько я видел людей, всегда Ну, видно четко, что вот. Половина идет туда, а половина идет туда, на самом деле. Ну, кажется обычно, что вот, учитель, что ты будешь работать в школе всю жизнь, да. Но на самом деле, когда вот ты внутри осознал, что это действительно твое дело, и оно тебе приносит удовольствие, ты начинаешь, ну, играть по полной, да. То есть вот нужно как бы открыть вот этот второй предел, который у тебя есть и раскрыть свой потенциал уже в той среде, в которой ты оказался. И тогда э, у тебя открываются новые границы. То есть вот за такой небольшой промежуток времени э, мне удалось полностью пройти э, вот эти категории, которые получает учитель в школе. Э, вот связать свою жизнь научную с педагогикой с физикой. То есть по сути, да, я учитель физики, но при этом э, нужно заниматься всегда и методикой. Вот даже побыл, побывал один раз заучим. Каково вообще жить вот ученому вообще в современном вот нашей действительности? Ну, вообще очень классно. <laughs> очень классно, потому что, э, вот, мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но у каждого ученого, кто занимается наукой, да, у него вот внутри происходит, э, э, ну, появляются всегда вопросы. То есть вот кто вообще такой ученый, да? Это человек, который может задать вопросы. Представьте, вы уходите в обычный день и начинаете что-то замечать там. Вы смотрите, как падают листочки с дерева, и задаете вопросом, ну, почему, а что будет, а почему именно такой? Вот. А потом вы приходите и пытаетесь это проверить, доказать, найти применение. Ну, то есть прикладная наука, да, фундаментальная. И вот когда ты находишь ответ на этот вопрос, у тебя внутри вот, что-то такое рождается. То есть вот, прям э, наполняется. Э, и ты вот с этим дальше живешь. То есть ты познал частичку этого мира. Вот. И это дает какой-то ну больше на смысл к жизни. Будто, знаете, это дом твоей души. Да, то есть у тебя здесь есть внутренние такие стержни, которые у тебя не просто вот как город, да, а ты здесь связан со всем. Да, и с историей, и с людьми, и с образованием. И поэтому это вот своеобразная точка силы. Что ты можешь сказать людям, которые находятся в таком режиме выбора уехать или остаться на своей малоисторической родине или вновь обретенной, как -то, в том случае. Ну, я думаю, что э, каждый человек, который э, в городе побывает вот, и который в жизни живет, он должен для себя этот город раскрыть. То есть, наверное, возможно, э, не каждый человек, который родился в городе, его пытается познать. Вот. И здесь, когда ты ходишь, обращаешь внимание на объект исторической ценности, когда ты здесь живешь, смотришь, как это все меняется, преображается, у тебя вот это остается именно внутри, где-то там. И когда ты уже приезжаешь в какой-то другой город или место, ты чувствуешь, что ты, ну, в общем, ты не дома. Вот. Поэтому вот такое вот ощущение, именно когда западает в душу, происходит вот именно в этих местах. Ну, каково, да? Давайте еще раз поаплодируем, чтобы у нас это попало в эфир. Ну, Евгений, давайте рефлексию. Ну, очень такие непростые у меня сейчас чувства возникли, потому что фильм действительно получился очень замечательным. Ну, я такого не ожидал, честно скажу. Поэтому очень благодарен вашей работе. Да. Ну, я, я хочу Лаверды просто сказать, что настолько человек умный и одновременно очень простой. Я думаю, что... А у нас есть вот в зале вот ребята, которые вот непосредственно преподавателем являются? Ну, есть. Ну, да, есть. какие есть, есть. Есть, есть. Просто я говорю, что вам повезло, на самом деле, такого одновременно легкого и справедливого преподавателя еще поискать. У нас, конечно, очень не... много не вошло в фильм, потому что он часовой, ну и понятно. Вот у меня есть один такой вопрос, который просят себе задать, это по поводу молодежи, вот по поводу вас, да, потому что считается, что вы безалаберные, вы ничего нормально не можете сделать, вы все время свою жизнь проводите в гаджетах, в переписках и, по сути, заменяете свой реальный мир на, на виртуальный. Но вот этот человек, он вас защищал. Вот это, конечно, не вошло в фильм, потому что там большая такая тирада, но в целом твое отношение к современной молодежи и так ли она отличается-то? Ну, факт в том, что она отличается, я думаю, что может признать, наверное, каждый, да, потому что ну, у родителей рождаются дети, они видят, что это совершенно другие дети, не как мы раньше. Вот я работаю со студентами, со школьниками, и действительно каждое поколение очень сильно отличается. Вот. Но с другой стороны, вот, когда ты идешь к людям, неважно кому, да, к своим ученикам, коллегам, вот, ты идешь не только чтобы дать знания, а чтобы что-то получить. Вот. Поэтому, наверное, ходя к студентам на пары, вот, ведя уроки в школе, я прихожу также обучаться. То есть я прихожу за чем-то новым, я что-то новое узнаю, вот узнаю там новые. Ну, работы, которые там, допустим, студенты да, делают, ученики, как они прогрессируют. И вот когда ты видишь, как люди растут, как они меняются, как они создают что-то новое, вот эта обратная связь она тоже меня, можно так сказать, прокачивает. Вот. Поэтому ответ понятно, что неоднозначный, но тем не менее, для меня новое поколение это возможность обучаться дальше и стремиться за новыми технологиями. Вот он вас защищает это вообще. А Скажи еще тогда, вот, мы как родители, да, у нас есть дети, расскажи, каким образом им вот это вот доброе, вечное закладывать в них. Ну, в первую очередь, наверное, через систему воспитания, потому что если она в школе работает, ну, то есть если новые учителя, которые в том числе и здесь будущие учителя сидят, вот они будут приходить и работать с детьми, и передавать им, во-первых, ценности нашего общества, то вот это вот доброе и светлое, оно будет закладываться и расти. А если они будут с ними честно работать и у них будет искреннее желание чему-то научить, то я думаю, что ну, ни одна личность не останется в стороне, все будут развиваться. Вот. Ну, а в третьих это, наверное, обращение на скажем так, потенциал. Вот очень часто говорят потенциал, да, если у ребенка, то есть и у студента. То есть это что значит? Это значит найти какую-то точку соприкосновения, взять ее и дальше от этой уже точки пойти. То есть а что человеку может быть интересно? Вот. Ну и вот нам повезло, что у нас в университете есть проектная деятельность. И вот именно через проектную деятельность, но ну, все знают, что я ей занимаюсь, мы можем раскрывать наши таланты. Да, проектная деятельность это вообще для меня было удивление, когда для тех, кто в, этот, в, этом, в танке, да, ну, э, эта идея такая, что ты приходишь на экзамен, и вот не как мы раньше сдавали классический экзамен, там пришел, вытянул, там повезло, не повезло, там, списал, не списал. А здесь э, э, приносят, по сути, либо изобретение да, какое-то, либо какую-то какую услугу, сформированную, и ее команда защищает. Да, все верно. Все верно, но у меня тоже очень много возникает вопросов. А получается ли у преподавателя правильно оценить роль и вклад каждого. Это у нас было там, но у нас фильм не вошло, поэтому еще раз. Ну, вообще вклад, на каждого студента оценить не так просто, потому что вклад каждого студента знает только сама команда. Ну, то есть я могу никогда не услышать правду: да, кто в команде, за что отвечал, да. То есть, может быть, один студент делал половину проекта, остальные помогали ему сделать презентацию, дали что-то еще. Но тут очень важно другое, то, что вот слово само, само «команда», да, это уже о многом говорит. То есть, есть студенты объединились в команду, неважно на каких условиях, то это значит, что они друг другу доверяют. И на их плечи ложится ответственность. И поэтому, если команда выходит защищать проект, она как бы ну, не только за себя отвечает, этот человек, да, он отвечает за всю команду. И он ее не должен подвести. Поэтому от того, как он сделает свою работу, может даже больше, чем это положено, зависит в целом успех всей команды. Вот, а проекты оценить преподавателю очень сложно, на самом деле, потому что э, идеи очень разные. Там от таких там, как ребята, допустим, стояли в общежитии и думали, как пожарить пельмешки, да, чтобы вот масло из сковородки, да, там э, стены рядом не запачкало, да, до достаточно очень серьезных проектов, связанных с проектированием новых роботов. И вот каждый проект, поскольку он ну, вообще вот они между собой никак, наверное, не связаны, да, это уже такая достаточно трудная работа. Так. Это, это мы зафиксировали, потому что мне вот проектная очень нравилась. У нас что, есть вопрос какой-то уже? Нет? Пока нет. Пока нет. Но зато у нас очень хороший онлайн, поэтому, дорогие друзья, мы вещаем на всех площадках, самых крупных. К счастью или к сожалению, Олег Александрович запустил одновременно, поэтому немножко приятелев, наверное, не нас смотрят, но тем не менее, да? Вообще, как у тебя отношения с руководством, понимающим руководство в современном ВУЗе? Ну, вот, кстати, я хочу отдельно, наверное, поблагодарить, пользуясь случаем, то, что у нас сейчас руководство такое очень мобильное, наверное. То есть, ну, директора, заместители директоров и высшее руководство, оно всегда находится в каком-то таком активном развитии. То есть, вот, если посмотреть наш замечательный сайт университета, вы можете видеть, что каждую неделю мы где-то учимся, и наше руководство тоже не стоит на месте. И вот самое главное, что, ну, мне кажется, так раньше, лет 20 назад, там, попасть к ректору, к проректору, это ну вот нужно было записываться, тебя не пропустят 10 охранников, да, ну это шутрирую. Но вот сейчас я могу свободно прийти к начальникам отделов, да, там сказать: вот у меня есть такая проблема, или вот здесь нужно сделать так. И что очень важно, что не просто можно прийти, а тебя еще слышат. И прислушиваться к твоему опыту, если, допустим, ты в каком-то вопросе компетентен, то можно на эту ситуацию повлиять. А если можно повлиять, значит в этой ситуации будет развитие. Вот это очень здорово. Вот, так что сегодняшнее руководство для меня это прям пример для подражания. То есть я стремлюсь вот, ну, к таким же векторам развития, понимания людей, и когда ты управляешь какими-то ресурсами, работаешь с людьми, вот так же находить комфортные условия взаимодействия со всеми. Ну да, у нас тоже есть партнеры, с которыми мы очень хотим связаться. Мы обозначим, что мы хотим с ними связаться. У нас есть партнер HeadHunter. Это крупнейший сайт по поиску работы и по размещению вакансий. Да? Вот, поэтому я это так во Вселенную. А, вот у меня такой вопрос. А, сейчас, век... вот, сейчас немножко ситуация поменялась, но еще годика два назад реально вся молодежь хотела стать различными блогерами, тиктокерами и всем прочим. Как ты думаешь, вот если реализовываться в такой медиа-сфере, фундаментальное образование высшее, в том числе, оно как бы может пригодиться? А, ну вообще, я думаю, что без вот такого фундаментального образования, где закладываются, вот, ну, в целом основы, да, понимания нашего мира, наверное, никуда. Ну можно там урезать где-то часы, да, что-то уменьшить, там сделать не такой сложную математику или убавить какие-то часы на другие предметы, которые могут быть физику и не нужны. Но вот если мы эту систему будем очень сильно менять, то э, вот эта вот сама такая картина мира, картина знаний, да, она у человека не выстроится. То есть, чтобы заниматься теми же самыми проектами, э, нужны знания в разных областях. Да? Если мы, допустим, человеку не дали у физиков химию, а у него проект где-то стоит там на границе, да, вот те же самые пельмешки, там же тоже нужно знать химию, вот, то это уже как бы недоработка будет вот этой базы фундаментальной. Вот, поэтому без нее никуда. Так, как у нас там? Пока ничего. Ну, пока ничего. Ну, ладно, ничего. Подождем, там это это у нашего ничего. А еще а, а, да вам бы еще микрофон бы выдать, и было бы круто. Представьтесь, пожалуйста, и этот. Здравствуйте, Ракова Светлана, магистрант из сигн, И меня очень интересует вопрос. Такое, такого характера. А вот насколько у современных школьников популярны именно технические профессии вот сейчас, потому что вы, в продолжение вопроса первого, что когда-то все стремились стать блогерами, пиарщиками, рекламщиками, а вот как сейчас поменялась тенденция? А вот я тоже такой встречный вопрос. Вот можно, чтобы руку сейчас подняли студенты, кто хотел бы заниматься в сфере вот блогинга, там вот таких вот медиа специальностей. Вот есть здесь из присутствующих кто-нибудь? То есть никто бы не хотел. Возможно. Ну, на самом деле, да. То есть немножко эта сфера уходит, но технические науки они у детей становятся популярными тогда, когда они сталкиваются с этой областью знания. То есть, вот мы уже не раз убедились, и вот ребята здесь сидят, которые были наставниками, когда мы проводим какие-то технические мероприятия, хакатоны, проектные сессии, именно у детей, вот когда они соприкасаются с чем-то техническим, что-то у них получается. Вот этот момент они именно и хотят связать свою жизнь с техническими направлениями. Если такой работы не вести, то может даже целый поток и целый класс не желать стать, вот, ну, как, скажем так, технарями да, или связать какую-то профессию с инженерными науками. У нас, к сожалению, такой опыт тоже есть. То есть бывали классы, когда прям все хотят в технологический профиль физмат, а есть классы, которые прям мы пойдем в гуманитарии, не трогайте нас, мы ничего не понимаем. Да? То есть очень важен вот этот элемент первого знакомства. Спасибо. А как ты такое выражение что уже все придумано до нас а, да это это очень такой для меня лично интересный вопрос поскольку за годы обучения в университете я очень любил философию и там есть замечательный скажем так фильм философский вот фильм называется матрица вот, если вы ее посмотрите, да, вы увидите, сколько там миров, э, да, и вот э, еще больше, чем уже, да, э, тысячу лет назад Платон как раз-таки про это и писал. И многие склоняют к тому, что если где-то мир идей, да, и вот почему вот это мы назвали там стулом, да, это столом, они а как-то по-другому. И вот инженер, я даже нашел очень интересное определение инженера, это тот, кто может связать вот этот мир идей, э, подключиться к Туда, скажем, протянуть вот эти знания, скажем так, чертежи утащить, и своими ручками что-то уже создать, написать в нашем мире, чтобы оно удовлетворяло, ну, скажем так, потребностям окружающего вот такой, наверное, умный ответ дадим на этот вопрос. И это то есть, очень здорово, когда. У тебя есть образование, ты можешь э, вполне такие фильмы, которые, ну, линейные, ты можешь их гораздо глубже понимать и вообще ко всему относиться с большим таким этим пиететом и мыслить куда там в корень, да? Говорят, да, мысли. да. Но я вот даже допомню, я скажу, что у меня был шок, когда я это узнал. То есть я пришел на лекцию, у меня преподаватель по философии говорит, что вот мой любимый фильм «Матрица», а вы что, не поняли? Мы начали пересматривать, перечитали то, что было написано да, больше тысячи лет назад, и нас просто осенило. Да? И вот этот вот скачок в голове, он вдруг происходит. И он потом начинает происходить и на других объектах. Но это вообще особенное мастерство, если преподаватель, учитель, наставник, он может привести примеры, современное, дать понять, что это все тоже вот в современности работает. Как у нас всегда задавался вопрос, приведите примеры кинсианства, например. И у нас на этом кинсианстве обычно отличницы, девочки, конечно, вообще летели просто, просто, вам они говорю, вот, видите, у нас народ пошел, видите, мы все, все покушали. Про, про примеры из жизни сразу да. все пришли. Да, да, да. И вот мы, мысли, они еще материализуются, да. Слушай, я там тоже тебе задавал вопросы, и один у нас привел к тому, что ты рассказал, что ты попал, ну, наверное, в самые знаковые научные явление, которое сейчас в Швейцарии, есть. вообще для мира это очень явление такое. Вот расскажу про эту историю. Классную. Да. Ну действительно. Но сейчас эта история, к сожалению, она будет невозможно именно туда попасть. Но у нас в России есть аналоги для учителей физики, те, кто занимаются с детьми. Был специальный проект, называется он Международная школа для учителей физики. Вот я вообще не знаю, как, но то есть шанс, не знаю, наверное, был один из 10 тысяч, вот если примерно оценивать. Я подал заявку. Нашел случайно этот сайт, коллеги посоветовали, вот, что они не прошли, мол, возможно у тебя получится. Вот, зарегистрировался и мне полностью оплатили полез, поездку и неделю пребывания в ЦЕРНе. Это ускоритель частиц, который находится под Европой. Очень часто в новостях раньше говорили БАК, ну большой адронный коллайдер. Вот, и мне посчастливилось побывать прямо на двух детекторах. Вот, где нам провели экскурсии. Мы познакомились с учеными, причем стоит отметить, что на этих ускорителях частиц работают, в том числе, и очень много российских ученых. Это ну прям здорово. То есть я когда ездил на автобусе, меня спрашивали, да, там водитель, ну я не мог разобраться с автоматом вот этим, помню оплаты, вот, и он спрашивает, а ты кто? Я говорю, ну я вот учитель физики из России. Он такой, о, из России едь бесплатно. То есть вот я прям почувствовал такое уважение в другой в стране можно было легко заблудиться, а у людей такое отношение. А сейчас у нас в России есть другой проект, это ОИЯЙ, так интересно читается, Объединенный институт ядерных исследований. И туда и школьники, и студенты могут ездить, ну говоря, прямо сейчас. То есть можно собрать группу, организовать туда экскурсию, мы это делаем, кстати, два раза в год с ребятами, и посетить, посмотреть там, где добываются новые знания. Ты забыл еще сказать, там не, не просто русские там работают. Там кто? А, то, что из Вологды, да, например, а, да, действительно, там есть э, ряд ученых и из Вологды даже есть инженер, который работает, если не ошибаюсь, на детекторе материи-антиматерии, вот, так что можно гордиться, что будь вы даже обычным вологжанином, э, вот будете, э, ну, заниматься, скажем так, в области физики и даже теоретически вы можете в такие вещи попасть, это очень уникальная, очень хорошая история, то есть э, нету пределов для роста. Да, вот я поэтому и хотел, чтобы ты привел этот пример, потому что э, еще, наверное, некоторое время назад, вот когда я учился в начале 2000-х, да, было реально престижно, там, Москва, Питер, круто, а из Москвы, Питер, они куда-нибудь туда, в Англию, э, но сейчас, с развитием всех технологий и, и в целом даже ситуации, да, вот в мире, которая сейчас складывается, я говорю, что лучше вы получите образование здесь, и здесь тоже можно пригодиться и сделать это на качественном, хорошем материальном уровне и приложить свои усилия, если даже захочется фундаментальной наукой заниматься, потому что нет хода без добра, что называется. У нас сейчас государство ну, не в полоборота развернулось, а прям хорошо развернулось к науке. И я думаю, что, что я увидел и что я вижу, что это меняется, какие наукограды у нас закладываются из абсолютно современнейшие, то у нас очень большое будущее, у вас самое главное, что очень большое будущее. А ты вот скажи, вот при всей вот этой малине классной, которую мы сейчас с тобой налили, <свеск> а, а, есть проблемы? Проблемы в науке? Ну, ты знаешь, может быть, да, в организации чего-либо. Ну, про вот... проблемы всегда могут быть здесь какие в плане организации, наверное, потому что есть люди, которые хотят изменить этот мир, эту страну, этот регион, но есть вот молодое поколение, скажем, да, новое, которое тоже приходит, и все равно вот взгляды немножко разные, поэтому когда одни люди, допустим, пытаются что-то, ну там, организовать, что вот так лучше, может быть, или вот это может быть интереснее, конечно же, ты когда вот попадаешь в это все, видишь. Видишь это со стороны. Поэтому бывают, ну и, может быть, не очень хорошо какие-то организованные вещи, но это, наверное, потому что наша страна, в принципе, начала этим заниматься вот не так давно, да, что вот открыли все объекты, и вот благодаря какой-то программе ты можешь съездить там по нескольким городам, побывать в этих научных центрах. Ну, раньше у нас такого не было. То есть я думаю, что это просто опыт, который получает та или иная организация, та или иная команда, и они будут со временем это стремиться сделать лучше. Да. да. Будем надеяться. Но на это. ты расскажи: у нас есть замечательное общество знаний, благодаря которому ты в родные, можно сказать, пинаты посетил. Да, вот тут пример, кстати, есть очень хороший. Действительно, российское общество знания. вы слышали, кстати, про него кто-нибудь? Вот есть ручки, может, поднимите. Слышали, да? Вот, замечательно. Вот, обязательно участвуйте в проектах, потому что российское общество знания, я даже не знаю, сколько у них проектов, потому что каждые 2-3 месяца я оказался в новом проекте. Вот, но мне очень понравилась акция, которая называется «Ученый баттл». Вот, благодаря этой акции я за одну неделю побывал в пяти городах. Все началось в Чите, а, извиняюсь, в улан удэ Чита, Новосибирск, Владивосток и город Анадырь. это Чикотский автономный округ, как раз где я и родился. То есть, вот так повезло оказаться мало того, что в свой день рождения, еще вот такой научный тур по городам сделать. Вот задача была выходить на сцену, и между учеными молодыми, то есть, отбираются с разными темами, идет батл, самый настоящий. То есть, вы выходите, зачитываете тему, у вас есть я же не помню точно сколько, там, по-моему, 5-10 минут заинтересовать аудиторию. Но вот благодаря таким проектам получается и аудитория слышит что-то новое, да, то есть им привозят разных ученых из разных городов, и мы между собой общаемся на общие темы. То есть вот благодаря этому я начал общаться с другими коллегами, у которых есть тоже интересный проект, и у нас даже есть теперь общие идеи. То есть получается этот проект и нас сблизил, и позволил знания привнести в новые регионы. Так что это очень здорово, что есть такие у нас замечательные компании, скажем так, да, которые занимаются вот образовательным просвещением. Да, да. У меня вот и в фильме я тоже говорил, мы это вырезали, что есть такое мнение, что вот такая научная, вернее, популяризация науки, это не есть хорошо, потому что как бы распыляются э, денежные средства, в том числе и вот это многое. Но на самом деле не так. То есть вы сами знаете, вот молодежь, что не запостил, не было, поэтому здесь точно так же. То есть очень важно не, не просто развивать науку, а рассказывать об этом на самые широкие массы, потому что, к сожалению, есть очень много предвзятых мнений в обществе, то есть и среди моих наверное, даже друзей, которым там чуть за 40, они вообще считают, что кроме нефти, газа и леса, а в случае Вологды это просто газ-лес, больше нечем заниматься, Не, нечем. Ну немножко еще можно ресторанчик держать. так. Вот Поэтому на самом деле я им говорю, что нет, даже в самой Вологде есть много предприятий, которые в том числе и заинтересованы молодых кадров. Вот ты можешь рассказать вот, по факту, на каком курсе уже забирают? Ну, нужно спрашивать у ребят, <laughs> вот, потому что зависит на самом деле от них но я вот точно знаю, что педагоги, даже если не строить на специальность, да, иногда сравнивать, что вот айтишников раньше могут забрать, У нас сейчас и студенты на третьем курсе и четвертом курсе it специальности и студенты на специальности, на специальности педагогических, да, и те и другие уже многие, можно так сказать, подрабатывают, да, потому что ну, IT, понятно, развивается, и, в принципе, есть куда обратиться, да, возможно, на практике где-то кого-то забирают. Вот. А в области педагогики просто у нас не секрет, есть дефицит. Да? И поэтому для восполнения этого дефицита, особенно вот учителя математики, информатики, физики, сейчас самые такие у нас востребованы. Я знаю, что четвертый курс, по-моему, у нас весь сейчас работает. Вот. Но насчет других, к сожалению, предметов не скажу. Но тем не менее, благодаря тому, что есть очень много образовательных центров у нас в области, в принципе, есть это Хочешь преподавать раньше, можно не ждать там, пятого курса, можно уже начинать вести занятия. Лагерь, пожалуйста, детский, летние лагеря, есть. И у нас немало студентов так в целом, если говорить, ездят, вот, работают, проходят практику это вот как-то все очень удачно совмещается: вообще, знаешь, принято выделять: три вечных профессии это врач, судья и кто? Учитель. Да. Какая, на твой взгляд, будет профессия будущего востребованная? Ну, наверное, без базовых профессий мы никуда не уйдем, вот. Поэтому и у учителя, и врачи должны остаться, в любом случае, вот. Ну, понятно, что вообще чему-то новому научить ну, без учителя как бы никуда. Наверное, я думаю, что это многие понимают, потому что, чтобы передать знания, нужен носитель. Да, то есть, не робот какой-то, да, не онлайн-курс. Ну, вы можете что-то освоить. То есть я не говорю сейчас, что вот вообще это нельзя. Я сам учусь повышение квалификации. Вот у меня в год их около 15, и почти все я обучаюсь на этих курсах дистанционно. Но бывают и очные занятия. И вот очные занятия они дают самый наибольший эффект. Поэтому, если есть возможность, я постоянно езжу, но вот в год, наверное, два раза я обязательно выезжаю очно, чтобы изучить какие-то современные технологии. Вот, допустим, в 2019 году в Москву за весь год один раз приезжал э, человек, который владеет технологией «Еду Scrum и Agile. Ну, возможно, эти слова вам ни о чем не говорят, вот. но это технология, организация работы в группах. И вот когда я туда съездил и погрузился, вот только до меня это потом и дошло. А вот так бы на курсах онлайн, ну да, смотрел бы, читал а потом бы говорил бы всем, ну вот я что-то прошел там, да, а другое дело в это погрузиться, а потом это привести сюда и начать здесь это использовать. И вот мне это удалось. То есть э, дети, которые в школе, вот у меня работают, и здесь в центре именно школьники, мы эту технологию используем непосредственно в работе на сегодняшний день. То есть результат как бы есть. Да, у нас есть вопросы из онлайна. Да, у нас есть вопрос. Евгений, если бы вы не стали ученым и учителем, то где бы вы хотели еще реализоваться и кем хотели бы стать? Очень хороший вопрос. Вот. Но когда я проходил профтест вот, в девятом классе, мне сказали, что я могу быть диспетчером. Вот. И меня очень сильно напугали, сказали, у тебя там какие-то баллы завышенные, нужно срочно сейчас звонить, вещи собирать, чемодан, переезжать, учиться. Вот. Поэтому... Но ну, это как бы ответ извне, согласно профтесту. Вот. Согласно моим личным рвениям, вот мы как раз это уже рассказывали в фильме, в девятом классе я бы пошел учиться в РЖ и связал бы свою жизнь, наверное, с поездами. Ну, это классно просто. Вот. А если бы, наверное, заканчивал 11 класс, и, ну, возможно, это была бы именно сфера IT, потому что мне достаточно близка информатика, физика, и эти бы науки, я, наверное, тоже в своей жизни оставил, возможно, стал бы специалистом в области IT. Спасибо. Uh, у тебя предпочтения в играх-то поменялись? Или до сих пор GTA ждешь уже сейчас да. шест шестую? Да? На сегодняшний день, к сожалению, да, я практически, наверное, не погружаюсь уже в виртуальный мир. Но, но если да. было бы, смотри, у тебя есть время, все сказали там про ректор, по учебной работе сказал, все, Евгений, давай, расслабься. Вот давай-ка недельку, и, 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 во, что, во что бы ты сейчас... Но я поставил? бы лучше бы взял какой-нибудь экшен, вот, чтобы так оторваться по полной, вот, чтобы погрузиться в реальность. Но это, наверное, было бы не GTA, а что-нибудь другое. Угу. А вообще, вот, как ты считаешь, вот этот современный геймдиф, это вообще есть в этом, вот если люди хотят стать разработчиками игр, как ты к этому относишься вообще? Ну вообще этот, эта сфера она достаточно большая, то есть ну, наверное сейчас спросить почти всей в этой аудитории как минимум хотя бы раз на телефоне запускали на какую-нибудь игру, да, вот. Я думаю, что нет людей, особенно из молодежи, которые не играют в игры, ну за исключением редких случаев, вот. Поэтому это говорит о чем? Это говорит о том, что это очень большой рынок, да. А это значит, что тот продукт, который вы можете делать с помощью игры, он даже возможно возможно, может в будущем изменить мир. Да? Но ну, вот как сейчас есть виртуальная реальность, и сейчас есть очень много проектов, где вы можете полностью в этой реальности также играть. А это означает, что вы через нее можете не только отдыхать, вы же можете учиться. Поэтому человек, который свяжет свою жизнь, да, там, с играми, с созданием игр, наверное, это тоже очень ну хороший вообще вариант, потому что, ну, мы явно никуда от этой технологии в ближайшие, наверное, десятилетия не уйдем. Вот, то есть, я думаю, что она будет развиваться и совершенствоваться, поэтому достаточно актуальная вещь. Ну да, сейчас еще даже называют это этот отрасль развлечений, да? У нас есть вопрос. У нас есть рука, по крайней мере, я думаю, что вопрос будет там. Прекрасно. Представляйтесь. Здравствуйте, я первокурсник и МИКОН, меня зовут Динови Ивасофья. На ну, звание ученый. Я просто прохожу и на третьем этаже вижу вот этот большой плакат, и написано ученый. Я думаю, ну это же очень почетно. А, чувствуется ли какая-то связь с учеными, которые были до? которые были до чего? Uh, до, до вас, скажем так. До, до вас. А -а -а, до, до явления миру Евгения. Да, ну вообще я себя честно скажу, честно скажу, что я себя ощущаю немного неловко, потому что вот такое резкое внимание к ученым это хорошо, но неловкость она все равно есть, да, потому что до тебя люди работали, ну, учились, работали сейчас в университете, коллеги постарше есть, да, вот их так портреты не располагали, а тут вдруг появился я, и вот сразу же, да, портрет. Вот, поэтому ну, отношусь к этому как к естественному процессу. То есть если нужно так, пусть будет. Вот. Ну, я почему-то как-то на это внимание стараюсь обращать меньше, потому что для меня важнее ну, непосредственно сама работа, нежели вот такие ну, большие информационные какие-то, да, сопровождения. Я думаю, что это надо больше для тех, кто э, ходит мимо из студентов, чтобы они увидели, что вот они могут тоже на это обратить внимание, не на меня именно, да, а на то, что э, они могут тоже стать учеными или специалистами в своих областях. Я, кстати, думаю, что проект вообще будет продолжаться. И я думаю, что не только ученые, а вообще люди, которые добились успехов, вот мы сейчас здесь сидим, да, на программе. и эти люди тоже будут появляться и в ваших учреждениях, и у нас в университете, и вы будете обращать внимание, говорить, вот какие здесь умы <laughs> работали, учились, и я могу тоже добиться успехов. Ага, спасибо. Спасибо, Софья, спасибо. Не, ну вообще это здорово, на самом деле, это как раз вот про то, что создание вот этой вот известности, популяризации науки, это здорово. Мне очень нравится образ, там понятно, что не все так просто, у Илона Маска это потрясающий образ, это вот действительно то, что должно быть, то есть это рок-н-ролльщик, это действительно можно вот такие большие дела делать, кайфово, что у нас, как у нас говорят, да, Алексей, вот, у нас кайфово говорят, вот да. И как ты относишься вот к такой науке, вот к такому ведению бизнеса, как там, хотя там тоже очень много всякого, я там с космонавтами прям разговаривал, они прям вот так вот наши на МКС сидят и крестятся, когда эти туда летят-то. То, всякое бывает, всякая. Понимаешь, вся Америка работает, собственно говоря, на его компанию. Но в целом вот именно вот такая вот подача. Как тебе? Ну вообще, наверное, это это ломает, наверное, стереотипы, да, потому что ну еще в СССР, да, если мы вспомним образ ученого, который сидит там в какой-то закрытой лаборатории, не выходит оттуда, не ест, не спит, вот. Я думаю, что должна быть, наверное, где-то золотая середина, то есть должен быть драйв от того, что, что ты делаешь. И если ты, как обычно говорят, талантлив в этом деле, то этот талант, он влияет и на остальные области. Да? То есть ты будешь также с драйвом относиться не только к своей работе, но и к жизни. Но при этом нельзя забывать, что есть у нас э, все-таки какой-то этикет в науке, да? он никуда не денется, есть определенные границы, и ты ну, должен вот этот образ ученого все-таки соблюдать да? на определенном уровне, так же, как и образ учителя, я думаю, что вот в этих профессиях это тоже очень важно. А у тебя есть какой-то этот, ну, модель для поведения, кто-то, ну, идол плохое слово, не знаю, кто наставник, вот кто-то такой, что хотелось бы какие-то вот вещи взять у человека конкретного или может быть несколько. А, ну, наверное, вот, вот так же, как вот сейчас у нас происходит общение. Я иногда смотрю передачи про ученых, э, которые добились очень больших успехов. И вот в свое время, не так давно, показывали фильм, я, честно говоря, забываю э, фамилии некоторые, но вот э, помню, что был ученый, который занимался кристаллами. И он здесь был в России, добился очень больших успехов, уехал в Америку, э, там был на очень серьезной должности, но потом, по-моему, была какая-то тоже программа, э, то ли грант был специальный, который вот именно для того, чтобы вернуться к себе на родину, и здесь основать свою лабораторию. Вот этим воспользовался и вот всю вот эту его историю жизни рассказали в этом фильме. И вот это вот как бы задевает за живое, да, что ну как бы здорово, что ты можешь посвятить себя какому-то делу. То есть я бы сказал, наверное, не то, что равнение на кого-то, а вот истории реальные, которые тебя просто вдохновляют. Ну и люди рядом, это наверное ну, самое, наверное, важное в жизни. То есть неважно, а там ученый, рядом друг, учитель, который может просто на тебя повлиять, поддержать, помочь, это тоже очень важно. И у нас вообще ведь проект вот про этот, потому что, ребята, вы потом придете домой, включите ВКонтактике, себя посмотрите, во-первых, на записи, Здорово. Там еще фотографии потом будут. И у нас в целом-то проект про людей, которые находятся в Вологодской ну вообще в Вологодской области, и которые могут стать вот такой, если не моделью для поведения, но э, может быть как вот конкретно чья-то история в данном случае вот Евгения, она может быть у вас вызовет, какие-то такие струнки э, тронет, потому что для меня это очень важно, чтобы вот, э, чтобы мы вот людей таких, которых вот Софья, да? Софья правильно сказала, что идешь, и там портрет, же, вообще, кто это за человек вообще? Кошмар. Вот. А он нормальный, он живой, он хороший, и его историю можно повторить и даже сделать, честно говоря, и лучше. Потому что можно было все-таки две пятерки исправить, красный диплом получить, да? Вообще-то у меня есть красный диплом, но он получен в магистратуре, то так. есть я взял реванш, скажем да. так. Ты вот перед лицом вот этой общественности пообещаешь, что ты кандидатскую ты защитишь? Да, это у меня процесс это... такой заключительный. Чтобы стать полноценным ученым, нужно защитить кандидатскую диссертацию. Сейчас я являюсь молодым ученым до 35 лет. Этот статус действует. Вот, и, соответственно, дальше уже переходим в разряд просто ученых. Да, вот пока молодой, особенно это нужно сделать. И связанный вопрос: важен процесс или результат? Ну, такой философский вопрос, который все на нас задают. Вот. Вообще и то, и другое. Но в первую очередь чтобы прийти к результату, ты все равно сам обычно выбираешь дорогу, да, то есть, ну, опять же, там, какие будут люди, как ты это будешь делать, то есть ты прописываешь, вот как у проекта, да, ход работы, а не только результат, да, к которому тебе нужно прийти. И очень важно, чтобы ты получал как-то вот последовательность, скажем так, удовлетворение, да, то есть если ты идешь к результату, но не получаешь обратной связи, удовлетворения от своей работы, да, видишь, не видишь там, допустим, ну, что у людей глаза горят на лекции, да, не видишь, что получается какой-то проект, то, наверное, цена результата, она будет совершенно другой. И поэтому, ну, наверное, не получится уже так обрадоваться результату. То есть будет совершенно другой эффект. Да, мы сейчас э, мне написали, да, классно, э, с Хэдхантера, что они готовы. Да? Сейчас мы послушаем, да, мы, с нами обычно э, Арина работала, но Арина с момента последней нашей трансляции, которая состоялась у нас в декабре, ушла в декрет, вот, ну, дай бог, вот, а с нами Ольга должна быть на связи. Роман, Евгений, здравствуйте, вы здравствуйте, меня Ольга, Да, мы Добрый прекрасно день. вас слышим. Во-первых, хотела всех поприветствовать и, Роман, вас лично поблагодарить за очень интересную тему эфира и такого классного гостя. Это вообще, я... это вообще, да. я говорю, мы как только клик, я, я, я не буду скрывать, мы как только сказали, нам нужен молодой ученый проекту, все сказали, вот этот человек. Да, все, все, я все. Да, не, я слушала просто с наслаждением. Мы по традиции присоединяемся э, с хедхантером э, э, и делимся информацией о рынке труда э, в Вологодской области и расскажем несколько интересных фактов о профессии ученого. Хочу познакомиться, поскольку до меня с вами общалась Арина, меня зовут Ольга Тихонова, я специалист по маркетингу и связям с общественностью в хедхантере. Оля, а, а презентация -то будет случаться? Я ее показываю, демонстрирую. Да? А у нас пока вот э, просто этот. Э, О, так. Давайте технолог, сейчас в режиме да. онлайн. Да, нам еще надо, раз чтоб... переподключаюсь. Чтобы красиво было. А то у нас просто эта надпись есть. И все. Так, давайте еще разок. Так, видно? Нет. Нет. Странно, у меня идет трансляция. А у нас нет. Так, а сейчас? А сейчас есть. Отлично, все, тогда начинаю с самого начала, Давайте. Чтобы, mm -hmm. чтобы было все красиво. Так, видно, да, все? Да, да, все хорошо. Так, и поговорим о рынке труда Волгодской области. Еще раз представлюсь, я Ольга Тихонова. Und uh... расскажу о новостях, что произошло у нас в феврале 2023 года в Вологодской области. Значит, у нас уменьшился на 3% прирост вакансий, уменьшился на 7% прирост резюме, немного возросла зарплата, которая предлагается работодателям специалистам, она составляет 46 429 рублей, что на 20% меньше зарплату, которую предлагают в среднем по России. И конкуренция в Вологде умеренная составляет 4 человека на одну вакансию. Теперь к нашей интересной теме и поговорим о карьерном пути ученых. Карьерный путь у всех ученых примерно одинаков. При этом должность, безусловно, это далеко не главное. У ученого определяет именно его работы. Оплата труда ⁇ очень интересная тема, которую, наверное, многие задают нашему гостю. По нашей статистике, в России научные сотрудники зарабатывают в среднем 47 тысяч рублей на руководящих должностях зарплата составляет 150 тысяч рублей в месяц, но есть вакансии, где оплата достигает 100 тысяч рублей в месяц даже для младших научных сотрудников. И здесь отдельно стоит упомянуть гранты. Они могут превышать все мыслимые зарплаты, которые предлагаются на рынке труда, если ваше исследование действительно важно для государства, его будут обязательно щедро спонсировать. Зачем же становиться ученым? Учеными становятся, безусловно, не ради финансового благополучия. Это, мне кажется, призвание, это любовь к науке и любопытство. И путь это действительно долгий и сложный, одно только обучение может занять более 10 лет. Средний возраст ученых на самом деле варьируется очень по-разному, например, доктора наук это в среднем 64 года, кандидаты наук 51 год, ученые, ученые без степени 43 года, исследователи младше 40 лет считаются молодыми учеными. Но награда за все это существенная. Помимо престижного статуса ученого, вы будете чувствовать огромное удовлетворение от своей работы. Как же стать ученым в России? В целом научная карьера состоит из э, понятных, но очень длительных э, этапов. Как я уже сказала ранее, они могут занять э, более 10 лет. Это степень бакалавра, а затем магистра, э, аспирантура, кандидатская диссертация, диплом э, кандидата наук, э, степень доктора наук и должность профессора или старшего научного сотрудника. И... Э, Ольга. Это Ольга пропала, бедная. Так обычно и бывает, знаете, когда вот так хорошо все шло. И... Ладно, сейчас будем ждать, может быть, Оля к нам вернется. А трансляция у нас идет, да. Все у нас хорошо, да. Ну, вот видишь, кандидаты 50 с лишним лет. Да, я это что-то почувствовал. Да, 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 да. Всего лишь учился 11 лет, но ну, суммарно, если брать. Ну, ну, ну вообще вот, э, вот, я думаю, все ведь знакомы с тем, что и, и если вот, ну, хочешь кем-то нормальным стать, интересным там, профессионал своей деятельности, надо 10 тысяч часов. Вот у тебя сколько этих часов-то, вот так вот ты вот считал когда-нибудь? Часов потраченных на обучение? Ну, ну чтобы вот прям в эту точку сегодня вот прийти, вот пространство. Ой, слушайте, ну, честно говоря, я никогда не считал. Вот, но вот говорю, что один из фактов, да, который я помню, на обучение суммарно, если взять аспирантуру, специ, специалитет и магистратуру, это вот 11 лет, после которых ты можешь быть ученым. У меня обычно мне папа говорит: Рома, там не повторяй мой путь, это тяжело, давай не надо в сельское хозяйство идти, там, иди куда-нибудь там, в экономику. У тебя был кто-то, который говорил тебе, что, Евгений, слушай, ну, куда ты пошел? Вот куда? Тебе это зачем? Были вот эти люди-то? Ну, у меня обратная ситуация. У меня были люди, которые говорили, ой, иди туда, там будет прикольно, вот сходи сюда, тут будет интересно, хотя сами они там еще не бывали. Вот, и странно, но это был очень хороший совет, вот, я не пожалел. Как ты вообще относишься э, к хитрам? Есть в научной среде хитры? Так... Слово новое, нет? Да, так, пояснить. Так. Что так. Я ну, у, у нас за хейтеров кто? кто пояснит? Там муч... мужчина там, с бородой просто приходил, такой серьезный, он, мне кажется, точно знает. А, у нас София может да, пояснить. Да, или кто ее? А, ну вообще, да, все, я включился. Вот, значит, ну вообще в научной среде вот, ну, наверное, есть куда без них. Вот, ну, это обычно, если как-то на каких-то там научных конференциях, докладах, вот когда я еще, помню, был студентом, бывало такое. Вот, а вот чтобы, ну так, как-то открыто, чтобы вот это было среди ну среди ну, ну давай я объясню на понятном языке и в том числе нашей широкой аудитории с визвоза никогда никто не подходил парни нет ну, не было конфликта? у нас такого не было ну это у вас такого не было а вот молочно хозяйственной хозяйственной академии в свое время все это было смотри просто у нас сейчас может быть поменялось я говорю время я говорю я я в 90 застрял у меня вообще это вот сейчас как к умному человеку относится? ну вот в среде, в молодежной, ты же можешь это видеть. Ну, я думаю, что довольно-таки неплохо, судя по своему вот опыту. Но бывают и такие случаи, я бы сказал, немножко по-другому бы акцент что когда умный человек куда-то приходит, его любят загрузить. Вот. вот такие вещи есть. То есть, допустим, когда ты работаешь в системе образования, да, понятно, что если ты там все успеваешь, ты молодец, будешь еще и там, и там, и там участвовать. То есть вот эти вот элементы, да, они действительно есть, но в целом присутствует уважение, то есть тут наоборот признание, что человек может мы нет, пусть участвуют, как говорится, желаем удачи. Но, но, но это круто. Давай поговорим о нашем городе, который и для тебя, и для меня тоже стал нашим, потому что я сам из Вельска, это Архангельская область. Я был там рядом. Где ты был рядом? Поселок Ахтярский, район. А, конечно. Это сейчас город, город Сад, там, поселок Сад, благодаря очень одному известному человеку. Владимиру Федоровичу Бутурину, да. Это прям, прям это. Да, очень сильно изменилось. Я там был не так давно. Вот чисто решил съездить, посмотреть, как я учился два года в школе в шестом и седьмом классе. И увидел, что ну, очень все сильно изменилось. Поэтому здорово, что даже в других регионах, кажется, ну вот поселок, да, и городок небольшой, а какие колоссальные изменения могут быть. Да, ну, мы, мы про Вологду, да. Давай у нас э, пятиминутка, мы хвалим Вологду. Э, давай, хвали. Вот ч, что для тебя этот город, там у тебя в конце очень хорошее под музыку подошло. А вот э, сейчас б, с большим позитивом, что тебе нравится в этом городе? Ну, как обычно говорят, э, душа русского севера, э, то есть э, Вологда, она ну, во-первых, для ученого это очень рациональный город. Он очень небольшой. Здесь можно очень легко везде и всюду добраться. То есть в целом, кто говорит, что здесь есть пробки, ну, вы не были, возможно, в московских пробках, да, там на какой-нибудь кольцевой 3-4 часа. Вот, поэтому город вот очень хорош в плане расположения. Да? Дальше, в плане развития науки здесь тоже очень хорошо. Почему? Потому что можно спокойно принять участие практически в любых конференциях. То есть вот у меня иногда конференции бывают почти каждый день. Взял быстренько, доехал до Москвы поезда ходят постоянно, а там уже в другой город. Это не, тоже не составляет проблем. Но вот самое главное для меня как для жителя Новогоды на это вот ее окружение. То есть здесь очень хорошо сочетается исторический образ, да, потому что здесь очень хорошо чтут э, культуру города, традиции города, очень сильно поддерживается вот именно эта составляющая. Но вместе с тем и приносятся какие-то серьезные современные достижения. Когда ты видишь, э, ну скажем, такой компромисс да, между современным и историческим, то вот это как-то прям воодушевляет, да, что и в университет здесь есть, который развивается, не стоит на месте, и сама Вологда, которая тоже очень много проектов у себя у вот сейчас вот реализует. Да. И вот благодаря этому ты понимаешь, что ты находишься в какой-то точке кипения, и Вологда, вот она прям находится в очень удачной такой точке. Поэтому, безусловно, этот город со временем для меня очень стал родным. И когда ты уезжаешь, ну, чувствуешь, что ты не дома. Да? То есть вот даже оказавшись на своей родине, ну, ностальгия была, но тем не менее сразу захотелось вернуться в Волгду. Так что для меня это мой, можно сказать, родной город. Поаплодируем. Класс. У нас еще одна девушка, которая хочет вернуться прямо в Вологду это Ольга из HeadHunter. Да. да, 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 я здесь с вами. Да, 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 Оля, давайте, вас задержали тоже пробки у вас там, поэтому давайте мы послушаем дальше. Да. Реалии прямого эфира таковы, что можно два раза к вам присоединиться. Я на самом деле хотела. Небольшой вывод своего выступления закончить фразой, что профессия ученого способна подарить именно то самое чувство, когда ты оставляешь свой след в истории. И вместе с ним, хоть это и не всегда заметно, но ты меняешь мир к лучшему. А от себя мы в заключение хотим поделиться полезным контентом на тему прямого эфира и приглашаем на сайт Хантера почитать статью про тренды обучения в 2023 году. А от себя я хочу еще раз поблагодарить вас, Роман, за великолепного гостя о вас евгений за невероятные просто истории и я наверное к вам приду после эфира и мы вместе с вами и компанией headhunter тоже что-нибудь совместно придумаем хорошо большое спасибо буду вас ждать обязательно да. Да, спасибо спасибо Ольга, спасибо до свидания до свидания до свидания, до свидания. Да. Ну и слава богу, да, что у нас получилось все-таки это закольцевать эту историю. Вот у меня вопрос из онлайна. Я прям как вот в онлайн волде пишут. Читайте онлайн волду то вообще, ребят, все нормально. Ну вот, ну давайте что почитаем. Во-первых, там пишут, что у нас зал не переполнен. Балабола нас назвали с тобой. Как ты вообще относишься к тому, когда вот такие. Ну, такие комментарии бывают. Это как бы ну, обычная ситуация. Что сказать? Тут всегда все доказывается, знаете, делом. То есть можно просто сказать: а что сделали вы? Ну, то есть посмотрите, пожалуйста. Вот факты, да. То есть говорить понятно, что можно очень много. Но вот у ученых обычно за разговором стоят реальные факты, реальная работа. Вы можете всегда взять, посмотреть в интернете, пожалуйста, увидеть, спросить у других. Ну, то есть это как бы наука оперирует с фактами. Вот поэтому в таких случаях, когда люди такие вопросы задают, пишут, достаточно отсылать на факты. Пожалуйста, изучайте, задавайте вопросы, что непонятно, всегда объясним по физике, по образованию, на любые вопросы ответим. Да, но тут люди прям... Не знаю, это смотри, вся ваша физика от сатаны. Как ты? <смех> <смех> а, да. <laughs> Наверное, в школе у них был учитель, который не смог, возможно, заинтересовать так сильно физикой. Или вот они насмотрелись, знаете, этих роликов. Наверное, кстати, каждый человек вот краем уха слышал, да, ролики там, где рассказываются про какие-то необычные вещи физики, вот про ЦЕРН тоже, да, бывают иногда истории. И вот тут тоже могут такие комментарии быть. Но есть четкая наука, есть четкие факты, поэтому тут ну, против фактов как бы не поспоришь. Вот. А, то как против лома нет приема, да? да Если да, нет да. другого лома. Вот есть всегда тут можно добавить, что всегда нужно понимать, что наука находится на определенной точке развития. И то, что мы сейчас можем считать какой-то истинной правдой, да, она может со временем, ну, поменять свой ракурс, да, она может измениться. но это как бы это естественный процесс. Раньше люди верили там в эфир, потом не верили, потом теория немножко там поправилась, изменилась. Ну, то есть есть вещи, которые меняются. Это нужно понимать. Мы не стоим на месте. А зачем России физика? Лет 20 не было лауреатов по Нобелевке, ровно как и в химии, медицине. Зачем это, все это с Запада? Скрепы, духовность. Вот наше все. Что ты можешь ну вообще я бы поспорил с этим комментарием, потому что вот в России есть такая фраза, да, физики и лирики, вот между прочим, и даже у нас в университете, хочу сказать, есть ученые, которые занимаются и физикой, и другими науками, и при этом пишут стихи. Вот. мой научный руководитель, вот тут сидят преподаватели, я думаю, вы знаете Владимира Антоновича Ицкевича, вот, который написал не одну книжку и не только научную, вот. И есть и другие преподаватели, которые работают у нас в, в лабораториях в УЗИ, и у них есть даже свои сборники стихов, вот. Поэтому если кому-то будет очень интересно, я могу о них потом рассказать показать где эти стихи найти, то есть физика и вообще остальные науки это не Запада, это наша естественная среда. Всегда наука в нашей стране она стояла в достаточно высоком месте, поэтому я думаю, что ну, без нее никуда. Давайте поаплодируем. Хорошо. А у меня вопрос тоже, он и там он есть, и я в глазах девчонок читаю вопрос. А как на личном-то фронте у Евгения? Давайте, мы такой вопрос, да, хороший. Ну, если кому-то интересно, я не женат, вот да, но это не значит, что, ну скажем так как сказать, что место свободно. Вот. Вот. Личная жизнь, она идет рядом, она никуда не уходила, но, тем не менее, просто на нее уходит, на чуть меньше времени, чем хотелось бы. Ну, это факт, потому что, чтобы заниматься и работать, и заниматься наукой, уходит немало времени. Вот. Но, тем не менее, любой человек, который умеет организовать свое время, у него всегда есть выходные, и в эти выходные можно отдыхать, заниматься семейной, ну, пока еще не семейной жизнью, вот а такой предсемейной, можно сказать, да, личной жизнью. Вот, поэтому я думаю, что это вот в ближайшее время больше, да степень уже уйдет чисто в семейную жизнь. Но она тоже из науки? или а, Да, да, да. Моя избранница находится в области науки, она также работает, но я бы сказал, что она больше в сфере IT состоит вот туда, в ту сторону. Так что, девчонки, ну ладно. но Есть много других. Есть много других, учить конечно. конечно. нашем Да, 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 да. Мы можем познакомить. Да. Вот видите, как вечер перестает быть томным. Но нам надо в любом случае как-то заканчивать. Я вот сейчас, у меня есть тут список огромный, который я должен прочитать. Ну, uh -huh. это как бы да, это, это, вот знаешь, вот это как вот список литературы в конце, вы вот, знаете, вот, поднимите руки, кого бесил вот этот список литературы составлять. Все, я с вами. Это, конечно, кошмар. А было такое, что, например, вы делали ссылку, типа, которая есть, да, но на самом деле этой ссылки не было, просто какую-то рандомную книгу какую-нибудь вставляешь просто и все там. У меня такое всего лишь пару раз было. Ну потому что, ну, кажется, что вот и не можешь найти эту фразу, а потом где-нибудь ее берешь. Поэтому вот сейчас ровно так же. Давайте только, знаете, смотрите, чтобы у нас красиво было, в аплодисменты каждую. Ну, постарайтесь там немножко, да. Так, благодарим наших информационных партнеров. Официальный портал правительства Вологодской области. Да. Остальным можно поменьше правительство. Нормально похлопали. Так, газете Красный север. Вологда регион, 35 ТВ, онлайн Вологда, центр содействия развитию предпринимательства и туризма. Череповецкому сообществу. Так, это Ристобар, это что-то у нас это другое. Что-то не то. А, и вот нашей команде здесь прям можно, можно всем вот ребяткам хлопать. Оператор Алексей Романов, режиссер прямого эфира Андрюша Малиновский. Кстати, он тоже ученый, причем молодческий ученый. Это отдельный вот вид этих ученых. Фотограф Вадим Есин, дизайнер у нас есть, Максим Таныгин, который нас смотрит, помощница, наш этот, орг руководитель на площадке Ирина Богатина и специалист по связям с, с общественностью и рекламе Валерия Куликова. Здесь отдельные аплодисменты. Прям этот, да. И сейчас у нас минуточка такая будет. Давайте все закроем глаза. Ну, мы все друг другу доверяем, в принципе, да. Давайте закроем глаза. Особенно Евгений, закрой глаза. вот Евгений, значит, давай визуализировать. Итак, ты приехал уже вот оттуда, откуда ты приехал, с Дальнего Востока, через Октябрьский. И ты, ну, у тебя 11 класс, ты стоишь на перроне вокзала в Вологде, идет такой, а что может там быть? А дождь идет, дождь, собака скулит. Бабушка вот это какой-то с, с, пирожками такой, милок, возьми в дорогу. А у тебя в руке такой потрёпанный портфельчик. Почему-то вот я сразу представляю вот этот вот тубус с ватманом такой непонятно с твоими рисунками. Ты что-то уже конструируешь, свой андроидный коллайдер свой. И у тебя билет. Ну, билет, понятно, куда? Да, В столицу нашей Родины. А внутри что-то вот такое вот есть, что не отпускает. Вот что бы ты мог этому маленькому Евгению, молодому, скажем так, Евгению сказать, для того, чтобы ну, с нашим проектом быть солидарным. Уехать нельзя остаться. Какие будут твои слова самому себе тогда? Можно глаза открывать, да? Ну, я бы, наверное, просто сказал слова поддержки, что здесь ты можешь реализовать себя. Для этого не обязательно куда-то ехать, кому-то ехать, слушать чужого совета. Я бы сказал, прислушайся к себе, прислушайся к тем людям, которые есть рядом, посмотри на то, что у тебя есть сейчас. И создай здесь и сейчас. То что, то, что ты хотел бы создать в будущем. Вот это один из наверное, тех принципов, когда вот меня спрашивают, да, почему ты не уехал. Потому что зачем уезжать, если здесь сейчас ты можешь также создавать, также заниматься наукой, создавать нужное окружение, придумывать что-то новое, разрабатываться, совершенствоваться. Для этого не нужно никуда ездить. И самое главное, что здесь находится твоя большая семья, друзья твои близкие люди. И вот это очень важно, потому что это все в жизни сочетается в одной книге я ну, начитал такую идею, да, что жизнь — это как а, вот, объем кубика. Да, у него есть три измерения. И каждое измерение — это а, какая-то часть нашей жизни. То есть у тебя есть вот, личная твоя да, жизнь, где ты развиваешься а, в плане семьи. У тебя есть жизнь социальная. Это вот здесь сейчас да, мы все сидим, учимся в науке. И вот твоя, ну, скажем так, духовная там жизнь, еще какая-то, может, составляющая твоей жизни. И вот Жизнь — это объем. И, соответственно, если ты будешь прокачивать только одну веточку, то вот этот кубик, он не получится. Вот. Поэтому я бы пожелал здесь и сейчас чувствовать жизнь полностью и создавать ее вокруг себя. Поаплодируем, дорогие друзья. Аплодируем. Вообще, наш проект, он изначально даже задумался про тех людей, которые делают разницу. Вот этот человек — он реально делает разницу. Он реально, не побоимся этого слова, наш Илон Маск. Давайте еще раз аплодисменты. Спасибо. Вот. А слушай, а у тебя есть какая-то мечта? Вот я, кстати, не задал самый этот, банальный вопрос. Это, это самый вопрос. сложный вопрос. Ну, да. вот, ну, ну, мне кажется, что мечта каждый раз э, меняется, потому что ты все равно как бы чего-то достигаешь, э, или мечта в смысле что-то такое недостижимое. Вот тут... Для меня это сложный вопрос. Нужно уточнить. Нет, давай вот при, прямо для себя. Не для твоего любимого вагу, не для Волок, да вот прямо для тебя. Но ну, для меня, наверное, мечта — это... Вот сегодня эта фраза звучала, она мне очень нравится, и она прослеживается тоже в моей работе и в целом жизни. Это менять мир к лучшему. Вот. Ой, боже мой, ну класс, ну просто классно. Поэтому у нас есть вот такая запятая. Ты поставь ее к своим вот наградам, Евгений, и чтобы они у тебя чтобы это всегда тебе напоминало, во-первых, о проекте, об этих пару дней, которые мы <laughs>, провели вместе, и э, о том, что ты по-настоящему являешься патриотом своего дела, своего города, своей вновь приобретенной родины. Спасибо большое. Для меня это ну, очень такая весомая... Э даже не знаю, как это сказать. Необычно здесь говорят не награда, а то, что это именно признание со стороны города, области, а самое главное, людей. Так что вот просто от сердца большое вам спасибо. Ну, а я обращаюсь ко всем. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и верьте в том, что российская наука, она еще всем покажет. Давайте, не болейте. Большое спасибо. Культура, творчество, искусство. Они всегда помогали людям, даже в период самых сложных испытаний. Воодушевляли, объединяли, давали силы. Пишешь музыку и снимаешь кино, ставишь спектакли, бережно сохраняешь культурные традиции своего народа, хочешь создать выставку или музей, Твое время настало. Собирай команду единомышленников и оформляй свою креативную идею в заявку на грант на сайте фондкультурныхинициатив.рф и получи государственную поддержку на ее реализацию. Время действовать. Время побеждать.